Представляете, у нас сегодня солнце. Какое интенсивное солнце. Плюс 2 градуса. Но по ощущениям, конечно, минус 2. Немножко такой прохладный легкий ветерочек обдувает лицо и щеки. Но несмотря на это, вот это солнце настолько меня радует, что видите, как оно все хорошо светило. Вот прямо все кругом показывает. Все осветило. И тени такие контрастные, резкие идут от деревьев. Прямо такие полосы на белом снегу. А там у нас мостик, который он показывал, снимал. И водопадик. Сейчас попробую вам приблизить этот водопадик под мостом. Вон, видите? Получилось? Нет? Не знаю. Потому что бликует экран. Вот. По-моему, получилось. По-моему, видно ток воды, как она интенсивно падает там с водопада под мостом и прямо в речку Неполоть. Вот такие у нас виды здесь. Видите, как интересно. Ну, пойду дальше, буду смотреть, наблюдать. Посмотрите, какие здесь дремучие кустарники. Какие они контрастные тени дают. Вот. Эти деревья и солнце очень ярко светит, что даже тени прямо полосами такими черными ложатся на снег, на белый снег. Вот здесь вот как раз деревья, которые идут в это озеро. Озеро замерзло, а там сейчас я вам хочу показать, как мы подойдем к речке. То, что показывало сейчас водопад и речка там, и она должна показаться нам бурным течением, как она течет. Сейчас я постараюсь это приблизить все, побыстрее подойти. И вот я двигаюсь к краю. Тут две дорожки. Направо пойдешь к мостику, подойдешь. Налево пойдешь, значит, к плотине подойдешь. Видите, какие у нас тут премудрости, мудрости сказочные. И вот сейчас я подхожу к этой самой речке с мутным бурным движением. Видите, как вода интенсивно, прямо быстро двигается. Я сейчас попробую сойти туда вниз. Берег очень крутой. Как бы не навернуться здесь с этого берега. Вот, потихоньку двигаюсь. Тут уже, видимо, давно никто не ходил. Даже собачки не бегали. Не пытались. И вот я потихоньку перемещаюсь. И вот смотрите, вот она река. Вот она эта река. Вот вода. Сейчас мы подойдем к тому месту, где здесь движение воды проходит. Так мне хочется показать, насколько здесь интенсивно и бурно двигается речка. Вот она, видите? Вот. Прямо бурлит. Вы, наверное, ощущаете и слышите это бурление. Сейчас я попробую приблизить. Не знаю, получится. Вот, видите, какое бурление воды в реке. Вот, видите, водная гладь перемещается. И прямо такими небольшими маленькими волнами. Но идет движение воды. Вот, там мы впереди. Конечно, если попытаемся приблизить, вот как раз этот водопад увидим. Там остатки сломанной плотины. И вот мы здесь, я стою и показываю движение воды. Сейчас попробую дальше немного пройти. Получится у меня или нет, потому что все подтаивает. Как бы не провалиться тут, потому что здесь зыбкая почва, хлипкая. Вот. Вот я сейчас параллельно встану. Вот видите, как движется вода. Бурлящие потоки воды. Вон она не удаляется туда дальше. Видите, сколько тут деревьев. Наклонились все в сторону воды, как бы прикрывая эту речку. Летом тут настолько много уток. Да и сейчас тоже утки. Просто они на берегу где-нибудь там сидят в глубине. Во всяких этих отмостках и в корневой системе, в пещерках. Вот, видите, как движется вода. Прямо бурлит.
Сейчас попробую поближе подойти, еще ближе. Вот, мои ноги тут уже застревают. О, тут уже скрипит лед, как бы можно и провалиться. Ну и попробую сюда вот подойти. Оп, провалился, ёпарасоте. Вот, и вот, все-таки бурный поток и движение воды хочется вам показать. Видите, как шумит вода такими волнами. Мне понравилось, красиво очень, великолепно просто. По бокам на берегу лежит белый снег, а тут между этими берегами вот деревья, видите, деревья, ага. А здесь я вам показываю бурный поток воды. Ближе не могу пойти, подойти, боюсь сорваться, ну и замочиться. Не очень хочется ходить сырым. Вот, сейчас разворачиваю камеру. Видите, как блестит лучи солнца, выблескивает водный поток. Это похоже как на горный поток воды. Как будто она где-то с высоты вот такую набирает скорость и движется дальше туда, в направлении к руслу реки Болва. Маленькая речка Неполоть. И вливается она в речку Болву. Так, ну, дальше пойдем посмотрим, как там будет. Ну, смотрите, я поднялся сейчас на высокую часть берега, там низкая часть берега. И вот тропинка. Я иду по этой тропинке. Если смотреть в обе стороны, здесь река незамерзающая, а тут озеро. И вот такая узкая полоска между озером, озеро, конечно, замерзло, и рекой. Видите, вот иду. Вот. Вот такой лес здесь. Вот сейчас двигаюсь вперед. И сейчас попробую показать вам старые развалины. Развалины былой плотины. Вот. И представляете, узенькая полосочка всего вот этого берега приподнятого между двумя водоемами. Так, сейчас я иду и приближаюсь вот к бетонной плотине. А толщина этой бетонной плотины, которая тут была, ровно 1 метр. По-моему, даже старожилы говорят, что тут больше метра она. Ну вот, видите, и с этой стороны вот они, бетонные такие основания для плотины были. Вот. Сейчас я сюда подхожу. Так, мне бы сюда забраться. Так, попробуем. Раз. И два. Так, вот я на плотине. Сейчас попробую подойти к краю плотины. Вот. И покажу вам развалины плотины, которая стояла до 80-х годов прошлого века. Вот она, эта плотина. Смотрите, какие у нее были, вот это шлюзы стояли. А там стояли огромные такие бетонно-железные ворота. И вот это все в 80-е годы, огромная волна все снесла. Представляете, какая была конструкция мощная, что это все можно было потоком воды снести. И уровень воды как высоко поднимался, что даже это все снесло. Сейчас ветер поднялся. И вот я попробую приблизить вам, показать. Показать, вот они, видите, вот эти вот шлюзы от плотины. Вон на той стороне тоже бетонное основание, а там где-то 1,5–2 метра толщина бетона. И вот это все было снесено огромным потоком воды. Вот. Старые развалины прошлого века. 80-е годы она служила исправно городу. А потом, значит, она вышла из строя, а потом трактор там, значит, стал эти ворота поднимать. Не трактор, а экскаватор. И так и упал сюда в воду.
Ну, конечно, через время его подняли, но так и вот эти вот все развалины, они остались. И сейчас речка вот эта вот, она бурным потоком с водопада прямо сюда течет. Видите, таким большим-большим потоком воды. Вот она, эта речка. Вот. Сейчас вот я вам как бы такую перспективу, панораму показываю. А там замерзшее озеро. Когда оно, значит, растает, оно вот через эту плотину будет перебегать сюда в речку Неполоть. Вот оно высоко поднимается. Вот такой поток воды. В принципе, я сегодня это и хотел показать вам. Значит, что река не замерзает, и такой бурный поток воды, он сюда стекает. Но сейчас я вам, значит, здесь нахожусь на огромной высоте. Значит, высота где-то с 4-го этажа. Вот сейчас вот показываю вам. Видите, вот это как бы высота 4-этажного дома. Нахожусь на этом основании. Высоко. Видите, как. Вот. Ну, дальше пойду покажу. Значит, тут давно никто не ходил. Конечно, возможно, тут ребятишки бегали. А сейчас вот пойду дальше, где построен новый мост. Новый мост я вам показывал, рассказывал про него. Значит, ну, хочу вам просто показать с другой стороны. Я вам показал со стороны нижнего озера Ломпоть. Вот. Вот опять мы слышим шум воды. Сейчас подойдем ближе и увидим бурный поток, вот как водопад, он стекает сюда в речку. Вот прямо под первым мостом. Сейчас вот будет это зрелище, вы увидите это все воочию. Вот оно, это зрелище. Вот, конечно, можно туда спуститься, но я боюсь, как бы там это все вот на льдинах держится, как бы там не провалиться. Вот. И вот сейчас смотрите, солнце ушло, облако его прикрыло. Не так ярко. И вот смотрите, вот он, ближе вам показываю этот водопад, бурный поток воды. Прямо шумом водопада горного он так сюда стекает и падает. А там еще остались белые вот эти вот камни, покрытые снегом. Это на самом деле камни. Они как бы немножко разрушают, тормозят поток воды. А вот он мост. Вот он. Вот он, видите? Транспорт по нему движется. Маршрутки, грузовые автомобили. То есть вовсю идет жизнь и движение. Движение вперед. Страна живет. Дай бог ей жизненных удач. Вот. Ну, на этом закончу я свой обзор. Всего доброго, уважаемые подписчики, вам до свидания. Всем желаю здоровья. И встретимся на моем канале. Будете смотреть новые видео.